27 мая состоялось очередное заседание Думы Владивостока. Одним из вопросов было досрочное прекращение полномочий главы города Олега Гуменюка. 19 числа поступило заявление от главы города Владивостока Гуменюка Олега Владимировича о снятии полномочий по собственному желанию. Это дает старт новой так называемой конкурсной процедуре, которая будет затверждена сегодня на заседании Думы. Комиссия будет состоять из 8 человек. Из них 4 назначает Дума города, 4 – губернатор Приморского края. Депутаты также рассмотрели вопрос об увеличении расходов бюджета на 2021 год. Вообще корректировка на 466 миллионов. Это как и трансферты с краевого бюджета, так и увеличение собственных налоговых и неналоговых доходов. Средства планируют направить на ремонт тепловых сетей, содержание и ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры, строительство автопарковок, ремонт стадиона «Авангард», благоустройство, а также создание дополнительных мест в детских садах. Екатерина Зверева, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.